Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Я Даниил Расулов, и вы на канале «Недвижимость в Ташкенте». Сегодня мы будем смотреть дачу. Находится в городе Черчик. От центра Черчика, от корзинки, буквально минут 10 езды в дачном секторе. Интересный объект, я так думаю, сегодняшний, потому что очень большая площадь земли и очень низкая цена. Но об этом увидите в описании и в нашем обзоре. Ну, начали. Итак, входная группа. Вот как зашли. С правой стороны получается помещение для проживания охраны. Здесь проживает охрана. И слева вот сам дом. Дом выполнен в интересном таком классическом стиле такой, с современными нотками. Здесь хозяева долгое время не жили, они в основном были за границей, но думаю, для тех людей, кому очень важна локация и кому важна площадь участка, в соответствии с ценой, опять-таки, я думаю, это предложение покажется очень, очень интересным, привлекательным. Да, пойдемте осмотрим сам участок. Здесь у нас очень дорогое озеленение, вот эти елочки. В центре двора есть бассейн. Своя скважина здесь имеется из подземных вод. Здесь свой родник. Все коммуникации есть. Электричество, газ, канализация, все есть. Это довольно-таки элитный дачный поселок, поэтому здесь все сделано с умом и как надо. Угу. Да, круг сделай и давай за мной. В конце двора вот такая беседка. Пойдемте осмотрим ее поближе. Вот такая беседка. Пойдемте осмотрим ее поближе. Дамы и господа, сейчас эта дача не раскрыта тем образом, вот, которой она может быть. Потому что здесь, опять-таки, я повторюсь, не проживает владелец. Поэтому не судите строго. По идее, здесь очень много всего, что сделано. Вот такой вот водопад. Красивый большой водопад. С красивыми декорациями вот, в восточном стиле.
такая беседка. Сними колонны. Беседка вот с такими классическими колоннами. Все сделано из дорогих материалов в свое время. Было сделано добротно, качественно. Сюда вложены очень большие деньги. Поэтому в соответствии с той ценой, которую хочет владелец, я думаю, это просто... Это просто подарок. Скажу вам честно. Посмотрите, вот какие декоративные элементы у нас присутствуют в нашем ландшафте. Сними их тоже. Вот эту тетю сними. О. Также рядом с беседкой у нас есть большая летняя кухня. Ну, здесь полный фарш. Здесь с краешка беседки есть топчан. Сидеть, отдыхать. Когда включается вот этот водопад, вся вода идет вот по этой речке вниз и вот в этот пруд. Внизу участка, вот мы видим пруд. Можно сделать просто конфетку. Посмотрите, огромный участок. 50 соток земли. 50 соток. Здесь растут фруктовые деревья также на этом участке. Да. Ага. Давайте поднимемся, вернемся обратно и посмотрим именно сам дом. Что у нас внутри дома. Вот мы видим вдали дом. Сейчас мы подойдем и осмотрим его изнутри. Поближе и изнутри. Очень нравится, как сделано с умом здесь именно вот сам ландшафт. Территория большая, что можно фантазировать, плясать как хочешь. Если позволяют, так сказать, деньги, карманы и фантазия. Фантазия. Посмотри нахер, хуй вообще. Дом состоит из двух спален, вот справа и слева, и из огромного холла. Посмотрите, какой большой холл. 10 лет назад было построено все здания, так сказать, и использовались на тот момент самые дорогие, самые крутые материалы, актуальные к тому времени. Так. Давайте осмотрим спальни. Ну, начнем вот с первой спальни, что тут есть. Площадь дома порядка 170 квадратных метров. В каждой спальне есть свой отдельный санузел. Вот. Покажи, пожалуйста, санузел. Высокие потолки. Высота потолков больше 3 метров, 3,5 метра. Верхний откос двери, если стандарт идет дверь 2,30, соответственно, до потолка, вот какая высота. Там еще 1,5 метра, по-моему, как минимум. Вот это первая спальня. Сними кухню. В холле также есть большая кухня в гостевой. Мебель из акрила. Действительно, все сделано так очень добротно. Из дорогих материалов. Посмотрите, какие бренды здесь использованы. Встроенная печь Индезит. Холодильник Toshiba. То есть даже на таких элементарных мелочах как бы не экономили здесь. Видно, да?
Вот. Давайте посмотрим вторую спальню. Вторая спальня тоже очень большая. Здесь порядка 30 квадратов. Даже больше, по-моему. Также есть у нее свой отдельный санузел. Из-за карантинных мер, сами понимаете, наше передвижение ограничено. Это мне пришлось выехать в 5 часов из офиса, доехать, забрать человека, владельца, приехать сюда, в Черчик. Соответственно, уже начинает темнеть. Вот поэтому при дневном освещении, конечно, совсем тут по-другому. И посмотрите, какие панорамные окна. Я представляю, как тут светло днем. Панорамные окна до самого пола. Практически от самого потолка. То есть, прям под ригелем уже начинаются панорамные окна. Они повсюду. Также и вот где холл. На полу дорогой такой, добротный, он очень плотный, чувствуется на ощупь, под ногами. Ковролан хороший. Вот такой камин. Большущий такой камин. Ну вот и все, дамы и господа, на сегодняшний день. Наш обзор состоит из данного объекта. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Ну, если ничего не делаете, спасибо на том, что просто посмотрели нас. Я вижу, я уверен, что здесь все сделано на высшем уровне. Поэтому, тем более за такую цену, 50 соток земли с таким добротно построенным домом, за такую цену, которую вы увидите в описании, это просто подарок. Поэтому звоните нам, приходите на осмотр. Мы всегда будем рады вам помочь подобрать именно ту недвижимость, которая нужна вам. Всего доброго, до свидания.